Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вдохновляя на перемены». И с вами ее ведущая Мария Григорьева. С нами сегодня в студии Лариса Малькова, управляющий директор Applied Intelligence, и Сергей Золотарев, генеральный директор, управляющий директор Arena Data Software. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Мария. Друзья, мы сегодня хотели бы поговорить об управлении данными. Что это такое? Данных становится все больше, как о людях, так и о машинах. Что же с этим большим объемом делать? Появляются разные технологические платформы. Данные сочетаются очень часто с облаками. Что такое облака и что такое облачные технологии в преломлении к данным? Хороший вопрос, Маш, потому что так или иначе, как я говорю, первый подход к снаряду, как управлять данными, что с этим делать, он для большинства крупных компаний совершенно из разных индустрий уже состоялся. И, соответственно, сейчас вот такой вот правильный момент переосмыслить, от чего нам удалось достичь, и что с этим делать дальше, и, может быть, как-то пересмотреть свои предыдущие подходы. И если посмотреть на международную практику, то Cloud First именно с точки зрения не просто инфраструктуры, а платформы данных — это прям вот абсолютный бум. Про облака говорят уже давно, это уже такой устоявшийся тренд. Но сейчас мы видим, как он реализуется, но это действительно просто бум. То есть все переезжают там на Amazon или на Google или на Microsoft Cloud именно как на платформу. Это не значит, что и нашим компаниям нужно переходить на эти три гиперскейлера, как их называют, но то, что это абсолютный тренд, это факт. А почему? И, что это дает? Ну вот обычно, когда говорят про облака, говорят, что это гибко, это масштабируемо, это все действительно так, но я бы на это дело посмотрела с точки зрения компетенций. Для того, чтобы работать с данными, иногда у людей такое представление, но мы создадим центр компетенции по данным и сможем для своего бизнеса извлекать из этого там разного рода выгоду. Выгоду, да. Но по факту это не один набор компетенций, это целый слоеный пирог, в котором как минимум три этажа там, или три коржа в этом пироге. И только верхний из них — это прикладной, то есть то, как именно я, как мой бизнес, со всей моей спецификой, в рамках моих бизнес-процессов может выгоду из этого извлекать. А вот два других подземных этажа, они про системное программное обеспечение, то есть это про уровень платформ, и про инфраструктуру. И вот там западные наши абсолютно прагматичные коллеги, они для себя этот вопрос решили однозначно. Мы сосредоточимся на том, чтобы на прикладном уровне, на то, как данные должны начать работать для моего бизнеса. А два нижних этажа мы отдадим профессионалам. Вот отсюда клауд, отсюда платформы в клауде. Сергей, а как вы считаете, что нужно в наших реалиях? Вы знаете, Лариса подсветила очень важный момент. Да? Если раньше драйвером перехода в облака очень часто выступали экономические аспекты, да, люди просто сравнивали TCO, on-premise и облачная инфраструктура. Потом драйвером, наверное, доминирующим стала там, быстрая go-to-market стратегия, когда ты в облаках можешь быстро масштабироваться. То есть сейчас очень часто как раз одним из основных драйверов, который заставляет людей переходить в облака именно для дата-платформ, это как раз нежелание держать у себя вот эту вот сложную инфраструктурную экспертизу. Потому что это реально очень сложно. Дата-проектов очень много. В основном это open source. В основе там из основных дата-проектов это мировая практика. И этой экспертизы в мире очень мало, а в России и подавно. И вот то, что мы видим, это очень хорошо иллюстрирует те реалии, о которых Лариса говорила. Потому что даже если заказчик не готов перейти на публичного клауд-провайдера, ну то есть в силу ряда причин он не готов отдать инфраструктуру данных наружу, он хочет всю ту же историю построить, но у себя внутри. То есть он хочет внешнего подрядчика, который полностью ему закроет вопросы с масштабируемой инфраструктурой, полностью закроет вопросы с масштабируемой платформой данных,
И за собой он хочет оставить только вот то, о чем говорила Лариса, экспертизу в плане того, как работать с данными и какие бизнес-кейсы реализовать. То есть на нашем рынке, на рынке России и СНГ, мы видим этот тренд, все больше и больше набирает популярность. Ну а много таких компаний, которые готовы данные свои кому-то передавать? Ну, таких компаний, как я уже сказал, которые готовы передать внешнему провайдеру свои данные, очень мало. Да, и это, наверное, основной стопер в переводе даты инфраструктуры именно в облака, но облачный подход в целом, да, вот как изменение... Как принципы. Да, как принципы. Да, вот это уже очень у многих в голове. То есть люди готовы отдать вопросы управления инфраструктурой, управления платформой на аутсорсинг внешнему подрядчику или внешнему партнеру, оставив за собой только корневые компетенции в плане бизнес-процессов. Я думаю, что следующим шагом, да, по мере того, как будет расти защищенность и безопасность данных в облаке, по мере того, как это все будет, так сказать, приживаться вообще в обществе, наверное, следующим шагом будет, что все-таки будут передавать и данные. Да? Но для этого должно там пройти какое-то время. Я бы здесь добавила, с развитием наших российских облаков и российских платформ, я думаю, что доверие будет расти, и количество таких компаний, которые готовы на этот шаг, оно тоже будет расти. И, кстати говоря, это будет очень хорошим стимулом и хорошим драйвером, чтобы наши облака функционально ничуть не уступали, и платформы в том числе, ничуть не уступали там западным. Чем больше будет клиентов, тем динамичнее будет все это развиваться. Ну, согласна с вами полностью, но вот мы с вами поговорим о доверии. Да? Доверие предполагает некоторое доверие партнерам, с которыми вы работаете. И сейчас, конечно, очень многие говорят об экосистемах, об организации ряда партнеров компании между собой. Вот видите ли вы какие-то российские примеры или, может быть, что-то, что можно перенести к нам с Запада? Я так скажу. Экосистемы для некоторых это уже такое немножко ругательное слово. И есть разные экосистемы и партнерства, которые на разных принципах строятся. Точно так же, как отношения на рынке у нас разные. Кто считает, что это добро, кто считает, что зло. Но тем не менее, вот необходимость углубления, интеграции с партнерами — это уже жизненная необходимость. Это всем видно, всем понятно, то есть дискуссия идет вокруг, а на каких принципах это партнерство должно строиться, там, как оно должно выглядеть. И мы привыкли к тому, что экосистема — это вокруг площадок электронной торговли, когда, значит, много производителей, да, имеют возможность, значит, на базе этой площадки свои продукты и услуги предлагать. Но на самом деле вот таких партнерств и экосистем самых разных становится все больше, и в том числе на базе платформ данных, когда объединяются разные участники рынка именно с целью обмена и обогащения данных друг друга. А какие, например, Сергей, вы, может, видите преимущества таких организаций, альянсов, назовем? Ну, вы знаете, действительно, сегодня построение экосистемы, наверное, самая востребованная бизнес-модель, потому что она позволяет организовать достаточно такую широкую поляну для партнерства и для сотрудничества. Потому что очень много компаний, которые что-то готовы в это внести, им необходима некая площадка, где они смогут обмениваться, и технологический обмен с точки зрения бизнес-идей. И, допустим, строя свою платформу, в какой-то момент мы поняли, что если мы не построим и не организуем ее по принципу экосистемы, она будет менее востребована, и она не будет так динамично развиваться и не будет столь успешна. Поэтому изначально мы, когда мы строили платформу данных, мы держали это в голове. Да, и на сегодняшний день, именно благодаря тому, что мы организовали такую широкую сеть и партнеров-интеграторов, которые внедряют нашу платформу, мы инвестировали значительно в обучение, и мы готовим инженеров как на стороне заказчиков, так и на стороне партнеров. Это позволяет платформе достаточно динамично, естественным образом развиваться. И сегодня мы уже видим, что многие наши клиенты и многие технологические партнеры,
партнеры, которые к нам приходят, они приходят прежде всего к нам из-за того, что понимают, что работая с нами, мы в той или иной степени решим практически любой вопрос, который стоит сегодня, либо он возникнет за счет вот такой вот широкого экосистемного подхода. Даже если чего-то у нас нет, да, мы либо включим это в свою платформу путем партнерства, да, либо дополнительно разработаем. А то, что вы говорите, вот, Ларис, относительно примеров построения экосистем, то, что мы видим на российском рынке, но сегодня такой подход, он очень, опять же, оказывается востребованный, когда компании из различных сегментов на базе единой платформы данных пытаются, допустим, строить общие профили клиентские, допустим, это там крупный банк, крупный ритейл, крупный телеком, они работают с одним и тем же сегментом рынка, и имея возможность обогащать клиентский профиль каждый со своей, ну, со своего угла зрения, да, очень такая, так сказать, выпуклая картинка этого клиента получается, и от такого партнерства все выигрывают. И понятно, что если и одна, другая, и третья компания в качестве технологического слоя имеет одну и ту же технологическую платформу, это значительно облегчает и значительно ускоряет построение вот таких бизнес-экосистем. То есть мы строим некую технологическую экосистему, да, а на базе нашей технологической экосистемы строится вот как раз следующий вот этот вот торт, да, вот этот вот корж, про который Лариса вначале говорила, бизнес-экосистема. То есть такой вот, так сказать, многослойный пирог, но на каждом уровне работает своя экосистема. Своя экосистема. Да, но в этом случае получается, что есть, мне кажется, много и недостатков таких альянсов. Да? Нужно договариваться, нужно, а все зависит от людей. Нужны какие-то определенные правила. Вот есть ли какие-то принципы или правила? Правила при построении каких-то совместных проектов или бизнесов, они принципиально, мне кажется, не сильно отличаются. То есть люди должны вместе договориться о том, что они хотят получить в итоге и что каждый из них вкладывает вот в этот альянс или в это сотрудничество. Опять же, тот факт, что на сегодняшний день мы имеем несколько десятков партнеров и большое количество технологических партнеров, с кем мы делаем либо совместные продукты, совместные решения, говорит о том, что, ну, обычно нам удается очень эффективно находить и зоны сотрудничества, и там ставить совместные цели и совместно их достигать. Если коротко, я бы сказала, когда находится вот такая схема, которая вин-вин, то есть хорошо для обеих сторон, да, если в этом есть, что называется, зерно, мясо, да, то договориться можно. Сок. Есть. Сок, есть ли сок. Да. Да. Друзья, предлагаю на этой хорошей, позитивной ноте прерваться на рекламную паузу. И снова здравствуйте, с вами передача «Вдохновляй на перемены» и ее ведущая Мария Григорьева. С нами в студии Лариса Малькова, управляющий директор практики Applied Intelligence Accenture в России, и Сергей Золотарев, генеральный директор, управляющий партнер Arena Data Software. Друзья, мы с вами закончили на такой хорошей, позитивной ноте, что получают партнеры от Альянса. А можете привести примеры конкретные? Намеренно сейчас приведу пример, не связанный там с конечным клиентом, с конечным потребителем, потому что такие примеры, ну, они уже более-менее на слуху. А вот, например, сейчас очень активно выстраиваются новые виды партнерств, когда производитель, ну, товаров народного потребления, допустим, еды, напитков, выстраивает такой процесс совместного интегрированного планирования вместе с ритейлерами, с предприятиями розничной торговли, через сеть которых и реализуется их продукция. Что это дает? На основании прогноза спроса производственные мощности загружаются, да, и производственные планы строятся так, чтобы с одной стороны у тебя не было перепроизводства, а с другой стороны не было как бы недостачи того или иного продукта на основании того спроса, который ритейлеры видят. И наоборот, если, допустим, на производстве есть какие-то проблемы, какие-то ограничения, то ритейлер своевременно получает эту информацию, может
прогнозировать выручку, да, от тех или иной продукции и, соответственно, корректировать свои планы, начиная там, от маркетинга и заканчивая логистикой. Вот то это есть, хороший пример такого вин-вин подхода. То есть такое интегрированное планирование не только в рамках одной компании, да, но по всей логистической цепочке. Ну, по сути, да, такое, я бы даже сказала, там, supply chain, да, то есть цепочки производства и поставок, расширенной. Но для того, чтобы это делать, опять-таки, во что все упрется? В то, что необходимо для вот этого информационного обмена, необходима платформа. И на рынке, на российском, есть примеры. Ну, совершенно верно, да. У нас один из наших крупнейших заказчиков – это крупнейшая розничная российская сеть. И как раз вот то, о чем говорит Лариса, они это не, так сказать, в теории, а на практике реализовали. Это достаточно известный на рынке проект. То есть фактически они построили некий такой обмен с поставщиками продукции. То есть для многих производителей крупная розничная сеть, она как бы была, ну, там, некой конечной точкой, она у них покупала продукцию. Да? Дальше, как эту продукцию реально покупают потребители в магазинах, что они покупают с той или иной маркой продукции, кто ее покупает. Эта вся информация была у розничной сети, но не была у производителя. И, естественно, она бесконечно ценна для производителя, потому что он понимает реальный портрет покупателя, для которого он делает тот или иной продукт. И коллеги, они, собственно, реализовали такой портал для работы с поставщиками. Это сейчас, я так понимаю, с одной стороны, является абсолютно новой бизнес-моделью, которая вот только-только начинает внедряться на рынок. Эта информация бесконечно важна для производителя. Он видит портрет своего реального покупателя, он понимает, как он себя ведет, как ведет себя товар на полке. И такого рода партнерства, они, безусловно, новые вообще для бизнеса и для рынка, они будут развиваться, и они невозможны без построения вот такой вот единой платформы данных, которая позволяет собрать всю информацию, быстро ее обрабатывать, практически в режиме времени, приближенного к реальному, выдавать заинтересованным сторонам. То есть здесь не только строится такое партнерство, но и, в принципе, появляются новые бизнес-модели на основе работы с данными, которые раньше были невозможны. Так какой же все-таки эффект получают партнеры в Альянсе? Ну, вы знаете, однозначно на этот вопрос ответить сложно. Нас частенько спрашивают наши потенциальные клиенты, убедите нас в эффективности использования ваших инструментов, вашей платформы, дайте нам какие-то цифры и прочее, прочее. Опять же, поскольку мы чисто технологическая платформа и даем все-таки там, эффективный, но все-таки инструмент для достижения, то ну, достаточно часто мне приходится отвечать так, что я не могу вас убедить в этом, но в этом вас могут убедить ваши конкуренты, которые уже начали использовать эти инструменты и получают экономический эффект. И эта информация, она обычно открытая, есть на рынке, и лучше, чем рынок, никто не убедит компанию переходить на новые инструменты, использовать новые подходы. И, наверное, вот такая вот здоровая рыночная конкуренция – это лучший драйвер для изменений, и это наилучшее вдохновление, если хотите. На перемены. Да, на перемены. Да, это вот здоровая рыночная конкуренция. Отлично. Ну вот данных обо мне, о вас, о тех устройствах, которыми вы пользуетесь, собирается все больше и больше. Обо мне знают все, не только где я была и что смотрела, но, наверное, и все остальные связи уже и поведение мое, так сказать, формируют. Как же этим управлять? Очень хороший вопрос. Я вам больше скажу. Вот мы начинали с того, что делать с самой компанией. Дальше мы перешли на то, что невозможно это, на это все дело смотреть только как-то находясь внутри самого себя. И нужно это рассматривать в контексте партнеров, в контексте экосистемы в целом. А теперь представьте себе, что сейчас у нас вот клиенты и конечный потребитель, он немножко в пассиве находится относительно всего этого. А представьте себе, что клиент еще включится активно в вопросы и придет с вопросами, а какие данные у вас на меня есть? А как вы их используете? А что я от того, что я делюсь с вами данными, собственно, получаю взамен? И это совсем другая постановка вопроса, и это то, что, ну там, если не завтра, то послезавтра встанет на повестку дня. Почему? Потому что, опять-таки, если посмотреть на международный опыт, мы видим, что
Вот то регулирование, которое пошло в сфере защиты данных, GDPR небезызвестный, он же начинался действительно как там защита персональных данных от утечки, от недобросовестного использования и так далее, и так далее. Но это послужило, с другой стороны, очень мощным стимулом к тому, чтобы развивались сервисы и специализированные продукты, которые клиент информирует, а кто на него данные собирает и что именно собирает, и дает ему возможность, ну, что-то там отключить, галочки проставить, галочки расчекать и так далее и тому подобное. И сейчас уже каждый из нас может сделать запрос в Google, а какие данные ты, Google, на меня имеешь, и они обязаны в течение месяца эту информацию предоставить. Так вот, все это ведет к тому, что, по сути, человек начинает себя ощущать все больше и больше, так это ж мои данные, я вообще-то хочу ими управлять, я хочу знать, что вы на меня собрали, это актуальная информация, которая соответствует действительности, на основании которой вы меня забрасываете своими смс-ками, или не соответствует, я хочу тогда иметь возможность что-то подправить. А вот у вас тут еще... перевести в деньги? Может быть, а если развить это, да, совершенно верно. Сейчас развиваются уже платформы, которые, через которые конечный потребитель может свои данные продавать. Если это такая ценность, если вы их монетизируете, вы их используете, где моя доля от этого? Так что к нам это все тоже придет. Но при этом получается, что нужно очень ответственно относиться к данным, то есть не только представлять технологии по выгрузке, загрузке, да, но еще как-то обозначить и безопасность. Более осмысленно начать подходить к тому, что мы собираем. И даже, помните, у нас много лет была такая тенденция Big Data, давайте собирать все, что можно, и чем больше, тем лучше. Сейчас пошел некий откат, даже тренд такой возник, дата-минимализм. А давайте мы все-таки будем смотреть, что мы собираем, на кого, как мы это используем, и сможем ли мы потом, ну, грубо говоря, отчитаться за все за это. Минимаксная задача, вспоминаем математику. Да, минимаксная задача. А как Arena Data к этому тенденции относится? Ну, вы знаете, мы не совсем находимся вот в центре этого процесса, да, потому что здесь очень много вопросов, связанные и с правовым регулированием, и вопросы, связанные с безопасностью. Мы все-таки больше отвечаем за технологическую часть решения этой задачи, но вы абсолютно правы, такие модели, они начинают появляться, мы видим это и по своим клиентам, но опять же, то, что мы видим сегодня, несмотря на то, что огромное количество данных собираются, и там и банками, и телекомами, и различными компаниями, релевантность их предложений, сделанных на основе этого данного, ну, наверное, оставляет желать лучшего. Ну, тогда все-таки что же делать с данными? Что должна делать компания, чтобы управлять теми данными, которые уже идут из разных источников? Если коротко сформулировать и как-то подвести итог тому, о чем мы сегодня говорили, я бы три момента упомянула. Первое. Ну, во-первых, модель управления данными, она должна охватывать не только компанию, но еще ее партнеров и клиентов, как мы сейчас выяснили. И это касается не только данных, но и на самом деле алгоритмов их обработки так называемого искусственного интеллекта. Второе. Это платформа, на базе которой возможно эту модель реализовать. Она по природе своей должна быть облачной. Если не в настоящем облаке, то на принципах облака построена. И открытая, в которую можно интегрировать и клиентов, и партнеров. И третье. Мы мало сегодня об этом говорили, как раз про этот первый прикладной слой коржа, как же моему бизнесу от этого получить преимущество. Так вот здесь ответственность за то, чтобы эти преимущества получить, должна быть не на платформе и не на там, людях, которые занимаются обработкой данных, она должна быть на бизнесе. И не декларативно, а реально, с неотвратимостью, так сказать, ответа
на то, что ты делаешь. А что же тогда нужно делать, чтобы вот этих вот партнеров на этих трех этапах выбирать? Сергей. Ну, знаете, здесь Лариса очень правильно расставила акценты. Я просто немножко добавлю со своей стороны. Да, то, что касается платформы, совершенно верно. Вот те принципы, которые Лариса озвучила, мы тоже всячески голосуем, что они должны быть в основе. Платформа должна быть масштабируемая, платформа должна быть открытая. Платформа должна позволять, не изменяя архитектуру, да, расти со временем и целостной. И здесь, конечно, очень важен вот взгляд на экосистемный. Да? То есть мы всячески проповедуем, что когда клиенты выбирают ту или иную платформу, они бы смотрели, что производитель этой платформы несет вместе со своим продуктом, какую экосистему, что есть в широком доступе специалисты, есть нормальные программы образования, документация, техническая поддержка, различные интеграционные решения, которые позволяют эту платформу интегрировать в тот IT-ландшафт, который уже у клиента есть. Но здесь вот очень важный момент, это как раз вот про третий уровень, про третий корж, да, потому что очень часто, ну, пожалуй, даже всегда, самая современная технологическая платформа, она не позволит бизнесу заработать больше или потратить меньше. Это обычно то, что хочет бизнес. Или стартануть какую-то новую бизнес-модель. То есть бизнес должен либо сам представлять, что он хочет, какую задачу решить с помощью этой платформы, либо привлекать консультантов, которые имеют уже такой солидный, проверенный международный опыт или российский опыт, которые помогут тому или иному бизнесу, ну, понять, какие бизнес-кейсы, какие бизнес-вэлью можно извлечь от того, что бизнес начнет по-другому работать с данными. Дорогие друзья, спасибо большое за ваше время и за интересный рассказ. Уважаемые телезрители, сегодня с вами была передача «Вдохновляю на перемены» и наши эксперты Лариса Малькова и Сергей Золотарев. Вела передачу Мария Григорьева. До новых встреч!